Всем привет и доброго времени суток. У нас дождик сегодня, я с зонтиком. Вот, надо мне купить лекарство. У моего старшего сына температура, а лекарство закончилось, поэтому... И заодно куплю кое-какие продукты. Сегодня хорошо, вообще народу нету. С утра. Сейчас 9:30 утра. А на выходных бывает много народу. Очереди на кассах. Поэтому мне нравится больше ходить вот в такое время, в будни. Мне нужен вот такой Толино. Это для взрослых, а мне надо детский с сиропом. Здесь нету, я смотрю. Придется в другой магазин ехать. Мне надо кофе взять. Быстро растворимое. Вот такая большая банка. Надолго хватает. Так, 15.92. Чипсы возьму. Тоже большой пакет. Возьму еще жвачки. Сразу здесь 4 баночки. Ментоловые. И все, в принципе, мне больше ничего не надо. Поеду в другой магазин. Возьму лекарства. И мне нужен горох взять. А здесь нету детского лекарства. Жалко, конечно, но я думала, что есть. Касса только для взрослых. Дождик пока еще идет. Я взяла это все добро в руки. Так несу. По-быстрому, по-быстрому. Вообще с утра я хотела поехать в другой магазин, где точно есть это лекарство, Толино, детский. Но потом передумала. И вот хочу сказать про интуицию. Всегда вот, когда первое что-то приходит, вот всегда это правильное. Поэтому, да, надо, конечно, прислушиваться к самим. Поэтому надо прислушиваться к себе, короче. Вот так. И теперь вот еду в этот все-таки магазин, который я хотела изначально. Сын захотел Starbucks. Сейчас быстренько возьму ему кофе. Yeah, okay, thank you. Of course, $8.99 for one now. Mm-hmm. Thank you. Маленькое кофе взяла и круассан. Теперь пришла в магазин Walmart. Дождик маленький идет, совсем моросит. Взяла чечевицу. Хочу на обед приготовить, но маленький пакетик, правда. Но думаю, на один раз хватит. Просто я обычно беру в индийском магазине. Здесь вот лекарство для детей с сиропом. Вот такой мне нужен сироп от 2 до 11 лет. От боли и температуры. Есть вот поменьше размером разного вкуса. Это черри. Вкус черешни. Есть и такой Толино, но здесь... Только, в общем, от кашля, от боли в горле, но не от температуры. Мне нужно больше от температуры. Поэтому возьму вот эту. Так много разных есть лекарств с сиропом. Так, это от аллергии детский. Все, бегу на кассу. И хотела бы похвастаться чуть-чуть вот такими ногтями. Ну, конечно, я не ногтями хочу похвастаться, а то, что это мне сделала моя дочка. Она делает это сама, сама учится, ей нравится. И вот этот блеск, который есть такой, переливается. Это какую-то пудру она наносит специально. Вот такую вот наклеечку сделала. И она даже сама себе делает, и на правой, и на левой руке. Вот. Но у меня такой длинный ногти впервые, и это наклеенные ногти. Вот.
И она на самом деле очень хорошо экономит на этом, потому что она любит сама ногти и периодически все равно делает. Вот так и научилась, чтобы экономить на ногтях. Круассан. Вкусно? Сегодня дождик был. Хорошо, земля мокрая, мне ничего не надо поливать. Все растет, все отлично. Эти остатки сейчас хочу покрошить и птичкам дать. Обычно я всегда остатки хлебушка даю птичкам. Они все кушают. Сейчас прилетят, будут кушать. Есть вот такие скандинавские палки. Сейчас будем тестировать. Я их открою, они новые. Надо собрать. Теперь тестируем эти скандинавские палки. Первый раз идет. Молодец, правильно. It's for, да. Да, это в горах ходить хорошо, говорит, да. Вот, ну-ка, быстро иди. Сейчас ему легче стало, температуры нету. Вот, вышли на улицу. Ну-ка, еще раз. Чего? Быстро можешь? Вот. Легко, оказывается. Я думала, сразу не получится, а он сразу быстро пошел. Теперь я попробую. Так. Правильно? Чувствую себя, как будто у меня четыре ноги. Правильно? Как будто я этот, I'm spider, как паук. Нет, оказывается, классно вообще. Просто вот так быстро можно. И быстро вот так. Нет, очень этот действительно помогает. Классные палки. Очень даже хорошо, действительно. И в горах ходить, где какие-то склоны. Они регулируются по размеру тоже. Можно открывать, поднимать. Вот это вот такой вот ремешок. Сейчас покажу поближе. Вот так надеваешь. И второе. Держишь. Вот так вот. Здесь вот так сейчас покажу. Открывается. Поднимается вот. Вот тут регулируется вот так. По росту. И закрывается. Вот. Мне понравилось действительно. Ух ты! Все. Прикольно вообще. Действительно, я говорю, как будто у меня четыре ноги. Так я себя чувствую. Поэтому, наверное, животным хорошо на четырех ногах, которые ходят. Поэтому они быстро бегают. Вот, видите, пришла к чему. Вот так.